В центре молдавской столицы новый стихийный митинг. Сотни человек уже собрались и подтягиваются еще к зданию районного суда Кишинева, где в эти минуты рассматривают ходатайство о продлении ареста экс-премьеру страны Владу Филату. Люди скандируют «Хотим справедливости и верните миллиард». Филата, кроме прочего, называют одним из организаторов аферы по выводу из банковской системы Молдавии миллиарды евро, что спровоцировало глубокий кризис в экономике. Задержали политика. После отставки с премьерского поста он возглавил одну из основных партий. В четверг после серии многотысячных акций с требованием привлечь его к ответственности. Здание парламента он покидал уже в сопровождении полиции. Но сегодня как раз истекают 72 часа предварительного содержания под стражей. В самом суде тоже многолюдно. Полицейские, журналисты, но Филата, как сообщают информагентства, на заседании нет. Его представляет адвокат. Прокуроры настаивают, что бывшему главе правительства нужно продлить арест на месяц, иначе он может оказывать давление на следствие.